когнитивные способности, их физические возможности, их моральные качества на соревнованиях. Вот на экране мы видим сейчас Буцию Диану. Девочка приехала в Центр олимпийской подготовки из города Владикавказа. Она очень молодая, она 93-го года рождения. Очень перспективная девочка. И я хочу сказать, что я видела в сентябре ее программу. Ну, несказанно сильнее стала девочка. Она и в предмете прибавила, и в теле, и даже в общей уверенности, то есть умение собрать композицию, несмотря на какие-то допущенные ошибки. Мы с вами не озвучили, Наташ, оценку предыдущей спортсменки. Татьяна Лукопи из Дмитрова получила 19,98 балла. Есть какие-то особенности в оценке юниорок? Оценка юниорок выводится почти так же, как и у мастеров. Также существуют судьи, оценивающие дефицит, это трудность тела. Судьи оценивают работу предмета и исполнение. Но оценка за исполнение у юниоров удваивается, что поощряет гимнасток и тренеров изначально с детского возраста аккуратно и чисто работать как телом, так и предметом. Буцева Диана, Владикавказ. Ее оценка 18,8. Следующая участница соревнований — спортсменка из Астрахани Екатерина Донич. Она до